Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Винда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нита Ананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанга Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Жану Самаюктам Виндаванам Манохи Ванчакалпатарувасакипасиндубхевача Патитанам Павунебхо Вишнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангунлам Хетигирин Яткипатамаханга Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангунлам Хетигирин Ятки Патамаханга Банди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешава Сача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Васам Тато Жайо Мудир Шанкиртане Кришна Катхо Падеш Гаурия Патрашо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дейям Сада Парибхавагна Бхавишта Духам Тритхас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бишфуриджита Кимапикапавадушвадарши Пурнанурагра-сасагра-сарамурти Сарадхикамайкадакипамкаш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайтагададхарасивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайтагададхарасивасади Гаура Бхактабинда Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodhato Sankirtanai Kapitaro Kamala Yatakshu Вишам Бару Виджабару Джугадхарма Палу Банде Джагат Приякару Каруна Аватару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Намами Ганге Тавападу Панкаджам Сура Сурайра Бандито Диббарупам Бхуктинча Муктинча Дадасинитам Бхавану Рупенна Саданаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяна Прияманга Мада Пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Вагиша Джуша Бадане Лакшмир Джаша Чавакшаши Джасьясти Хидея Самбир Твам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Idam Bhagavatam Nyama Puranam Janme Bhagavatoditam Sangroho Ayam Vibhutinam Tvametvat Vipulikuru Vipulinkuru. Idam Bhagavatam Namo Puranam Bhagavatoditam Janme Bhagavatoditam Sangroho Ayam Vibhutinam Tvametvat Vipulikuru. Jatha Haro Ninam Bhagavati Sarvatmani Akhila Dhare Bhaktir Bhavishvati. Jatha Haro Ninam Bhagavati Sarvatmani Akhila Dhare Bhaktir Bhavishvati. Iti Sankalpo Barnayo. Iti Sankalpo Barnayo. Gaudiya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru told. Gaudiya Goshthipati Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что малейшее отклонение от пути Гопад Падме может скинуть вас с пути баджана. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что малейшее отклонение от пути Гурупад Падме, от Шарута Панхи, в итоге оно может сбросить нас с пути баджана. Будьте осторожны. Шрила Прабхупад говорит, мы должны быть верны и преданы лотосным стопам Вьясадева. Все мы, те, кто хотят совершать баджан, они должны быть преданы, лояльны лотосным стопам Вьясадева полностью на 100%. Они должны быть верны. Если мы находим какой-то недостаток во Вьясадеве, думаю, что он сделал что-то неправильное, Майвади говорят, это значит, если я нахожу какую-то ошибку, недостаток во Вьясадеве, то я Майвади. Майявади. Махапрабху хотел спасти всех жителей Каши, тех, кто жил в Каше. Махапрабху даже хотел спасти тех майявади, что практически невозможно. Во время обсуждения Махапрабху что-то обсуждал с ними. Махапрабху говорил, Вьясадева, он Бхагаван явился в форме Вьясадева, чтобы дать нам веды, Веданту, Панишаду, Бхагаватам, все. Вьясадев пришел и дал это нам все. И Гурудев, он представитель Вьясадевы, или мы можем сказать, что Гурудев представитель Вьясадевы Садгуру, или он сам Вьясадев, это тоже правильно. Подлинный Гурудев Садгуру никогда не может совершить никакой ошибки. Если Гурудев совершил или совершает ошибку, то есть если мы думаем, что Гурудев совершает ошибку или может совершить, то это значит, что мы майявади, поскольку основа нашего харибаджана – это гуру крипа, это милость Шри Гуру. Без милости Шри Гуру наше сердце и наш баджан пуст. Вьясадев Госвами, он приглашает всех людей. Вьясадев Госвами, он приглашает всех и каждого. Приходите.
без всякой дискриминации, вне зависимости от касты, его касты, происхождения, страны, убеждений. Вьясадев Госвами, он приглашает всех, приходите. Мы все вместе будем молиться лотосным стопам Бхагавана. Я имею в виду вот это первое шлока в Бхагаватам. Сатьям парам димахи. И вот здесь сатья, сатья — это абсолютная истина. Сатьям парам. Сатьям парам. И это значит, что мы медитируем, мы концентрируемся, думаем о лотосных стопах, о, и об этой абсолютной истине. Вьясадев Госвами, он приглашает всех, всех, всех и каждого, приходите. Не только кто-то может, кто-то не может прийти, нет, он приглашает всех с открытым сердцем, что мы все вместе с Сатьям Парам Димахи, поскольку нет никакого другого пути. Если вы думаете, что я не хочу думать о лотосных стопах этой абсолютной истины, что у нас нет времени или еще чего-то, то что вы хотите сделать? Вы должны будете думать о майе, о чем-то временном. Вы не можете находиться в нейтральном состоянии. Это многое забывают. Это многие забывают. Если кто-то говорит, что не может сконцентрироваться на лотосных стопах абсолютной истины, не будет думать об этой абсолютной истине, но мы должны думать, размышлять, медитировать на нее, иначе мы будем думать о какой-то майе. Нет другой альтернативы. То есть нужно что-то делать, нельзя в нейтральном состоянии пребывать. Люди не могут быть нейтральны, они либо идут по духовному пути, либо по материальному. В этом материальном творении, во всем этом космосе нет никого нейтрального. Много раз я говорил о Джива-таттве, когда я говорил, что Джива — это татаста Шакти. Я говорил Джива-таттва, я обсуждал, и можете вспомнить, я сказал, что Джива, татаста Шакти — это хорошо, это пограничная энергия. Но это не значит, что Джива может находиться в нейтральном положении. Мы знаем, Джива — это татаста Шакти. Она не сходит с татаста Шакти, с пограничной энергии Бхагавана. Это Джива Шакти. Но это не значит, что в этом материальном уровне мы можем найти какую-то линию, границу, где живы стоят и переходят либо на духовную сторону, либо материальную. Нет, это как-то более тонкая грань, а не какая-то конкретная линия. Каждая душа джива вынуждена идти либо в сторону духовного, либо в сторону материального. Вот если представить какую-то границу, где джива исходит из Бхагавана. То есть как бы мы можем представить ее, но на практике нету конкретной границы, конкретного места, где дживы разделяются между материальным миром и духовным. И вот обусловленные души не могут находиться, они не могут поддерживать какой-то нейтральный статус. Обусловленные души не могут поддерживать какой-то нейтральный статус, либо они служат майе, либо Бхагавану, или Вьясадев Госвами.
Бхакти Вишаватара Бхагавана, он приглашает нас всех с открытым сердцем, что мы все вместе, мы можем сесть, собраться и размышлять, медитировать о абсолютной истине, сатьям парам дхимахи. Дхимахи – это слово во множественном числе, и то не совсем правильно. В английском, если больше одного, то значит множественное число, но в санскритском есть единственное число, двойственное число и множественное. То есть если кого-то больше одного, это одно число, если больше двух, то другое. И сатьям парам дхимахи, это значит, если Дева Госвами говорил, что мы все можем собраться и медитировать, но медитация не значит, что мы будем сидеть в уединенном месте с закрытыми глазами. Нет, поскольку мы Гауди, наш Гурудев – это Радхарани. Наш Гурудев – Радхарани. Мы не думаем ничего плохого, как кто-то сказал, что нужно медитировать, кто-то понял это буквально и пошел уединяться и медитировать. Но нет, это не так. Наш Гуру – это Радхарани. Даже Шрила Прабхупад сказал, если я спрашиваю Шрилу Прабхупаду, о, Прабхупад, можем ли мы думать, что Гурудев – он Радхарани? Да, почему нет? Если вы посмотрите наверх, если ваш даршан, он высок, то вы увидите, что Радхарани приходит в форме гуру. Для тех, кто Мадхурас, иначе до уровня Баладева только. И вот Шрила Прабхупад, он дает нам урок, что мы когда совершаем санкиртана-яги под руководством Гуранги Нитьянады Прабху. Гуранга Махапрабху, он дает нам урок, нама санкиртанам. И вот чет значит, если наш ум, он чувствует влечение к санкиртане, великие возвышенные души не совершают санкиртан, это не какое-то рыночное пение. Нет, их санкиртан – это апракрита шабда брахман, трансцендентный звук. Если наш ум привлекается санкиртаной, или если мы хотим плавать в океане премы, то тогда мы должны увеличить нашу анурагу, наше влечение к лотосным стопам Гуранги Махапрабху. Гуранга Махапрабху, он хотел доказать то, что намасангиртан, он полон сам в себе. Нам не нужно беспокоиться, что мы что-то не сделали. Санкиртана, она полная сама в себе. Когда мы совершаем намасанкиртана или слушаем подлинную харикатху, и мы совершаем яги, в то же самое время медитируем. Когда мы, если наш ум там и здесь, то мы не можем воспеть славу Бхагавана. И вот, воспевая славу Бхагавана, я исполняю, я медитирую, медитация, она происходит автоматически.
Парисаджаям калоу тап хари киртана. What is possible, I mean final goal, if you like to attend, you learn. There was a system. Если мы хотим достичь высшей цели, в сати-йогу была прописана медитация. И в сати-йогу люди жили по 100 тысяч лет. У них было достаточно времени, чтобы медитировать в трата-йогу. В 10 раз жизнь укоротилась. Люди стали жить всего 10 тысяч лет. И с помощью яги, ашамет-яги, раджасу-яги и всех остальных яги, и в трета-йога, двапара-йога, там паричарджа и арчана сева, и двапара-йога, также яги, мы находим Юдхиштхира Махарадж совершал их. Но это было для полного удовлетворения Кришны. И поэтому глупо спрашивать, зачем Юдхиштхира делает это, поскольку это было желание Кришны. Кришна хотел организовать раджасу ягью, чтобы Юдхиштхира Махарадж сделал ее, чтобы он получил наивысшее уважение во всем мире. Хотя сам Юдхиштхира Махарадж не стремился к этому, он даже занимал царский трон только ради удовлетворение Кришны, а сам он был полностью отречен. И вот то, что было возможно в сати-йогу, то, что было возможно в трета-йогу, и то, что было возможно в двапара-йогу, все может быть совершено. Все может быть достигнуто с помощью Харикиртана. Все те плоды медитации, яги, арчаны, служение Господу, все в Кали-югу можно достичь с помощью нама-санкиртаны и слушания подлинной Харикатхи. И вот в Кали-югу одобряется только нама-санкиртана яги, и с помощью этой нама-санкиртаны мы можем достичь всего. И вот сейчас я возвращаюсь к предыдущей теме, о которой я говорил, почему Вьясадева Госвами. Он хотел сказать все. Он хотел сказать. Он хотел сказать, что такое, рассказать, что такое Бхагаватам, как проповедовать эту Бхагават-дхарму. Вьясадева Госвами отдал эту ответственность на ради, чтобы он распространил эту Бхагавад-дхарму. Иди и распространяй эту Бхагавад-дхарму, но будь осторожен с различными настроениями, с различным настроением. Они обхилашем, если ты проповедуешь эту Бхагавад-дхарму с посторонними материальными желаниями, мало того, что ты сам разрушишь себя и также принесешь вред всему миру. И вот если кто-то проповедует Бхагавад-дхарму с какими-то корыстными мотивами, то ничего хорошего не достигает. Поэтому Вьясадева Госвами, он поставил условия, такое предостережение, что вначале мы должны утвердиться в Бхагавад-дхарме, наш характер, наше поведение, все, наш ачаран должен быть идеален. И вы должны быть способны говорить Бхагавад-катху с полным неотрывным вниманием и искренностью. Если вы делаете так, вы должны быть очень осторожны, чтобы те, кто слушает эту Бхагавад-катху, они смогли обрести бхакти. Иди санкальпо парна.
Вьясадев Госвами предупреждает нас. Он говорит, что мы должны проповедовать, но с другой стороны, нужно проповедовать как следует, а не как попало, чтобы те, кто слушает, они смогли обрести бхакти. И те, тот, кто является прибежищем всего мира, Парамешвар, Абсолют, все должны развить бхакти, преданность к этому Верховному Господу. И с такой решимостью мы должны проповедовать, иначе что толку? С этой решимостью мы должны отправиться проповедовать. Если нет, мы не должны. И вот, иначе, если кто-то проповедует бестолково, скажем, как попало, но и только показывает собой отрицательный пример, и ни к чему хорошему не приводит. И вот Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, перед тем, как отправлять преданных на проповедь на Запад, он сказал им, дал им такой урок, что не обижайтесь, если вдруг кто-то будет вас оскорблять. Не принимайте это близко к сердцу, или кто-то будет вас уважать или очень сильно уважать. И их почет и уважение, это слова, которые они вам воздают, она не должна затрагивать и беспокоить ваши сердца, поскольку вы дали обет, как Бхакти Расамрита Синдху, лаб два парна, лаб, вот Махарадж сказал, лаб два парна, как-то так. То, что вы предлагаете мне, я все предлагаю моему Гуру Падме, и поэтому то, что приходит ко мне, если я все это предлагаю моему Гурудеву, то это никак не оскверняет мой ум и сердце. И все, что вы предлагаете мне, я принимаю это с беспристрастностью. Все мы должны использовать для служения Гуру Падме. И вот Шрила Прабхупад, он хотел попросить всех преданных, перед тем, как отправлять их на Запад для проповеди, так много вещей, Шрила Прабхупада сказал, с благословением, он дал им очень много силы, и поэтому такая абсолютная проповедь была возможна для них, поскольку Шрила Прабхупада благословил их. И вот мы должны помнить это. Второе. Вчера я уже сказал, что Шрила Бхактивинод Тхакур, он выражает свое беспокойство, глубокое беспокойство. Шрила Сачидананда Бхактивинод Тхакур, он выражает свое беспокойство о том, что станет с практикой преданного служения в дальнейшем ее проповеди, и относительно тех людей, кто занимает посты ачари, те, кто пытаются находиться на посте ачари, Шрила Бхактивинод Тхакур для них так много всего сказал. И он очень беспокоился о них. Вот эта книга еще не опубликована, к сожалению. Махарадж написал почти, что там надо мелкие какие-то вещи доделать, и будет готово. И вот
Там Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, те, кто принимает на себя ответственность вести людей, те, кто действует как духовные лидеры, ачари, они должны быть очень осторожны. Если у них есть недостатки характера, если они слишком жадные, корыстные, слишком стремятся занять какой-то пост, то Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, такие люди никогда не смогут успешно проповедовать, для них это невозможно. Они призовут проблемы во весь мир под именем проповеди, особенно конкретно Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, это как математика. Вы можете записать ваши дневники, что я, и посмотреть на то, как сбываются их слова. И вот он говорил, это признак сахаджи. И естественно, эти сахаджи пытаются всячески отклониться от пути Вьясадева, от пути Гурупад Падме. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, те, кто стремятся к лапши пуджи и пратишти, несомненно, на 100%, они отклонятся от пути Гурупад Падме, от пути Гурудева. Это можно видеть. Есть многие так называемые ачари пишут кучу книг, но если посмотреть, то они очень сильно отличаются от наследия Шрилы Бхактивинода Тхакура. Не только философски, но еще и практически. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил об этом. Он хотел сказать, что те, кто по-настоящему заинтересованы только в славе, дешевой славе, какой-то мирской пратиште, то можно видеть, что они отклоняются от пути Вьясадевы, от пути Гурупад Падме. И Шрила Бхактивинода Тхакур, он написал жирными буквами, те, кто отклонились от пути Гурупад Падме, от Вьясадевы, будьте уверены, они никогда не обретут бхакти. Они никогда не обретут бхакти и будут... И поскольку они хотели начать какую-то новую школу мысли, и пытаются как-то показать всем, что они превосходят Шрилу Бхактивинода Тхакура и Прабхупаду, и таким образом разрушают самих себя. Если посмотреть со стороны беспристрастно, то мы увидим, что они просто падшие души. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, если они пытаются основать какую-то новую школу мысли с Сиддхантой, которая полностью отличается от Сиддханты Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Бхактивинода Тхакур говорит, что они вскоре будут разрушены, их учение тоже быстро распадется. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил об этом. Вот вчера я говорил об Упадишамрите. Это Упадишамрите написано Рупа Госвами Падом, но мы должны следовать Шриле Бхактивинода Тхакуру и Шриле Прабхупаде, чтобы узнать подлинное значение, поскольку те сахаджи ачари, они пытаются вас всячески одурачить ради какой-то дешевой славы и денег. И мы должны быть очень осторожны. И также Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, Шри Гауранга Махапрабху, Шрила Сачитананда Бхактивинода Тхакур говорит, Шрила Гауранга Махапрабху, он наше сердце и душа. Мы Гауди. Мы должны следовать учению Гауранги Махапрабху. Мы должны следовать полностью. Это наша обязанность.
И те, кто эти текущие проповедники, Шрила Бхактивинода Тхакур сказал это еще 150 лет назад, те, кто проповедует нынче, они сами не утвердились в учении Гуранги Махапрабху. Они проповедуют так, что их философия и их речь полностью отличаются от учения Гуранги Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, они не... Мало того, что они не говорят об учении Шримана Махапрабху, а говорят противоположное его учению. В общем, говорят все неправильно. И таким образом они вредят миру и разрушают себя. What is that shlok? That is there without acharan upodesham karoti eva. You should remember this shlok, memory. You should speak Hari Katha. With this mood you should learn, not with falsity. Upodesham karoti eva, na pariksham karoti eva. Upodesham И вот если кто-то только говорит, если люди, которые только дают всем советы, но эти советы они не проверяют на себе. В их собственной жизни нет того, что они говорят другим. То есть такие бестолковые советы, которые сами не проверяют на подлинность и на их пользу, они дают их другим. И вот такие бестолковые советы они могут разрушить как жизни их последователей, так и весь мир. И вот весь мир находится в таком похожем положении, что следует бестолковым советам тех, кто сами не проверяют подлинность и пользу этих советов и наставлений. Если посмотреть, то найти хотя бы одного преданного, который всегда бы говорил о Шриле Прабхупаде и Бхактивинода Тхакуре, таких очень мало, очень крайне мало. Проповедь, значит, люди думают, что говорят о какой-то собственной философии для достижения какой-то дешевой славы. Но это их цель. Их цель. Делают они для что-то для собственного удовлетворения, но Вриндаван Дас Тхакур Махашу, и он говорит не так, он дает такое наставление. Он не мог потерпеть никакой неправильной проповеди или еще чего-то. То, что говорил Вриндаван Дас Тхакур Махашу, вся эта сиддханта,
У нас Кришнадас, Кавирас Госвами и другие преданные, они хотели дать полное почтение, полное уважение Вьясадеву, Кришнадас, Кавирас Госвами и другие преданные, если они выражают полное почтение, полнейшее уважение ему, поскольку Вьяс — это асана, Вьясасана, это трон буквально Вьясадевы настолько важен, что если вы совершите даже малейшую ошибку, то ваша жизнь будет разрушена. Каждый нельзя, кого попало, позволять выступать на Вьясасане. Шрила Джива Госвами Пад уже сказал, что вы не должны позволять всем сидеть на Вьясасане. Может, кто-то запомнил много шелк. И вот, то есть этот человек должен хотя бы какими-то качествами Вьясадевы обладать, быть достойным прежде всего, сидеть на Вьясасане, давать наставление с нее. И вот это наставление Шрила Джива Госвами Пада. Шрила Джива Госвами Пад сказал то, что Бхакта говорит. Тот, кто говорит Харикатху, есть два вида таких лекторов, можно найти. И первое — это полностью посвятивший себя душа. Он говорит Харикатху ради полного удовлетворения Бхагавана. И другое — он говорит Харикатху ради дешевой славы, стремится к каким-то материальным вещам, каким-то почестям, каким-то деньгам, и в этом их баджан. И вот Джива Госвами Пад говорит, таких людей, бестолковых людей, нельзя позволять им находиться на Вьясасане и давать какие-то наставления. А сейчас, к сожалению, наоборот происходит, что какие-то бестолковые люди находятся на Вьясасане, а искренние преданные не допускаются туда. И вот в прославлении Бхагаватам уже Вьясадев Госвами написал все, что случится в будущем. Находящихся всяких отреченных в этих организациях, начинало больше, они похожи на обычных материалистов, если судить по их действиям. Но когда Шукадев Госвами был здесь, это было по-другому все. Шукадев Госвами, смотрите, ему внешне было всего лишь 16 лет, но ему дали место на Вьясасане. И отец его был дед, прадед. И вот, в общем, не все могут потерпеть
что кто-то говорит об абсолютной истине. Еще многие путают старшинство с возрастом. То есть некоторые думают, что если человек долго жил, то он становится мудрым, но часто только возраст приходит, а мудрости нет. И вот как Шукадев Госвами, когда пришел на это собрание Риши, все, в Наймишаране все встали, чтобы приветствовать его. Сейчас, к сожалению, смотрят не на какие-то духовные качества проповедников, а на материальные. И вот Вьясадев Госвами, Шри Чайтанья Лила Вьяс, Вриндаван Дас. Кави Карнапур также пишет в Гору Ганадеша Дипике, то, что наш Вриндаван Дас Такур Махашой, он олицетворение того Вьясадева, вместе с ним один Кушума Пирасака, один друг Кришны. Кусума Пирасака, он играл с Кришной и также с Вьясадевой в одном теле он был. И даже Кришнадас Кавираж Госвами, кто нет, каждый, он хотел выразить почтение Вьясадеве. Я имею в виду Вриндаван Дас Такур Махашой. И поэтому Шрила Прабхупад хотел показать значимость, поскольку, чтобы показать значимость Вьясадевы, Шрила Прабхупад сказал Шрила Вриндаван Дас Такур Махашой. Он единственный гуру в нашей сампрадае, чтобы дать нам понятие. Он сказал, что Вриндаван Дас Такур Махашой, он единственный гуру для нас, Гаудии, в нашей сампрадае. И вот Шрила Прабхупад хотел предостеречь возможность нашего падения. И вот один садгуру, он несомненно ставит после себя подлинного гуру, подлинного ученика, перед тем, как оставить этот мир. В этом его сила. Он может вдохнуть свою духовную силу в других. И вот Вриндаван Дас Такур Махашой, он единственный гуру для нас, Гауди. Шрила Прабхупад хотел показать его значимость. Он понял, что он отклоняется, что кто-то отклоняется от пути Вьясадевы. И вот он утвердил Экаян Пантху. Все различные особенности, все силы, все могущества. Мы всю свою энергию, способности, усилия мы должны направить в один канал, в одном направлении, через Вьясадеву, через Гуру Парампару. Если что-то особое у нас есть, или мы делаем что-то особое, но проповедь ли это, или нечто иное, как математика. Я не могу. У нас не должно быть вопросов борьбы. Я могу ответить. Нужно еще разделять, что такое проповедь и пропаганда.
То есть подлинная проповедь и пропаганда — это разные вещи совершенно. Я могу рассказать историю с Упанишад. Вот эта история с Упанишад, Упаманью, он у него была ответственность пасти коров, смотреть за ними, ухаживать, отвечать, если что-то произойдет. Но так случилось, что его еды не было, и спать особо негде некогда было. Ради Гурусевы мы не готовы посвятить нашу жизнь. В этом и наш недостаток, и наша причина, по которой мы не можем достичь успеха. Кто может посвятить свою жизнь полностью Гуру Падме? Мы боимся. Кто-то думает, если он посвятит свою жизнь Гурудеву, как он будет жить дальше, как зарабатывать деньги. И если Кришна, и Кришне еще не понравится, что мы будем делать, то и там что-то потеряем, и тут. И вот люди так беспокоятся и в итоге не решаются что-либо сделать. И поэтому мы не обретаем силы и могущества. И вот случай с Упаманью я расскажу. И вот Упаманья была дана обязанность, ответственность для совершения Гурусевы. И вот Упаманью так много страдал ради Гурусевы. И в итоге что случилось? Благодаря его Гурусеве, Агнидев, Ваядев, все различные полубоги пришли. И дали ему первую часть знания о Брахме. Сам Агнидев пришел в форме какого-то преданного, дал ему это знание, поскольку был очень доволен им. И вот Упаманью получил первую часть Брахма-таттвы, Брахма-гьяны. Вторая часть была дана Ваюдевам. И таким образом в форме, как какой-то полубог, в форме быка пришел, и в итоге он достиг Брахма Гьяна, Брахма Таттвы. И в итоге, после достижения Брахма Гьяны из леса, по милости различных полубогов, которые были довольны им, Упаманью пришел назад в свой ашрам, где жил Гурудев, предложил ему полный распростертый поклон и сказал: «О Гурудев!» Гурудев посмотрел на его глаза. Гурудев понял очень просто, что сейчас Упаманью, самосознавшая себя душа, посмотрев на него, и в этом сила и могущество Садгуру Вайшнав, их чувствительность настолько высока, что если кто-то посмотрит, если он посмотрит на кого-то, он поймет, кто есть кто, настолько нечувствительны. Им не нужно что-то говорить, много слов, они просто посмотрят на вас и поймут, кто вы и какого уровня достигли. И вот Гурудев понял очень просто, то, что Упаманью, он самосознавший себя душа. И вот они, он достиг Брахма-гьяны, Брахма-таттвы. И вот Гурудев обнял его.
и Упамани попросил Гурудева. Вот почему я об этом говорю сейчас, проясниться. И вот. И вот Упаманью попросил Гурудеву, чтобы дал ему брама-татву, брама-гьян. Гурудев сказал: «Хорошо, ты уже достиг этого». Упаманью. Гурудев сказал: «Я смотрю, ты уже достиг брама-гьяна. Что ты будешь делать, услышав еще раз? Нет. Я хочу услышать от вас опять. Я хочу услышать от вас, поскольку вы мой гуру. И тогда я получу прямое осознание». Вот этот киртан очень просто петь. Но если мы пойдем на проповедь То есть люди могут это громко повторять, как обезьяны, но суть всего этого, как они могут уловить? Могут повторить на словах, но сердцем ничего не поймут. Кто есть в этом мире, кто может признать это? Кто может контролировать себя? И вот они не заинтересованы в лапхе пуджи пратиште, в именем дикша. Они не принимают подлинных учеников. Дикша значит дивигена. Ученик должен следовать Гурудеву. Если ученик отклонился от Гурудева, это глупо. И вот что говорить о баджане? Я не говорю о баджане. Какая-то у многих даже основного понимания Гауди Баджана нет, и то так сильно гордятся. Это глупо. И могут ли такие люди доказать, что они имеют это знание и занимают то положение, которого достойны? Часто они просто обманывают весь мир, и это ли ваша Гурусева? Сколько? Если вот посмотреть на каких-то проповедников, которые ездят на Запад, пишут много книг, но сколько раз он, этот человек, говорил о Шри Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати, и также о Упамани, поскольку Упамани, у него было полное знание, что это Шоута Панха. Я не могу игнорировать гуру, я не могу игнорировать тех великих преданных, я не могу не могу доказать то, что я достоин того места, которое занимаю. И вот Упаманью хотел утвердить эту сиддханту. То, что без, не услышав от Гуру Парампара, от Гурудева, у них нет прямого сознания. Если игнорирую моего Гуру Падпадму, то тогда я не смогу обрести бхакти. Если игнорирую Шрилу Сиддхартху Госвами Махараджа, Кешава Госвами Махараджа, их прекрасную сиддханту. И я читаю их книги, их статьи, восхищаюсь их сиддхантой, их глубиной их понимания. И вот когда вайшнавы говорят харикатху, можно понять, насколько глубоко они понимают сиддханту. False gun, ding, ding. False gun.
И вот такая ложная проповедь ложных проповедников, подобно стрельбе холостыми патронами. То есть вроде шум есть, воняет порохом, а толку нету. Какое что-то делание чего-то на показ получается, без всякого результата. Но Упаманию хотел показать и доказать, что не завися от милости Шри Гуру и Гуру Парампара, никто не может обрести татвагьяна. Если кто некий татвагьяни Пуруш, может, не столь образован, но он может знать всю татву, он может быть самосознавший себе душу и не говорить никакой ложной сиддханты. Может, он не будет говорить какие-то великие шлоки, как Гуркишорда Бабаджи Махарадж. Он не мог какие-то знаменитые, известные шлоки цитировать наизусть или еще что-то. Но все, что он говорил, это было совершенно сиддханта. Даже Шрила Прабхупад был восхищен, услышав такую сиддханту от Гуркишорда Бабаджи Махараджа. Я уже говорил, Шрила Прабхупад говорил, как это возможно, что Бабаджи Махарадж не образован, он очень учен. И такого сиддханта, как это возможно? Как это возможно для Бабаджи Махараджа говорить так? Шрила Прабхупад говорит, и после этого Шрила Прабхупад засмеялся и сказал: «Хорошо, это очень простая сиддханта, поскольку если Гауранга Махапрабху пребывает в сердце Гуру Кишор Бабы, если Гауранга Махапрабху находится в сердце Гуру Кишор Бабы, то тогда нет недостатка ничего. Если Шрила Прабхупад находится внутри моего сердца, или Кишор Махарадж, Шридхар Махарадж, Гуру Махарадж, если я начну говорить об этом всем, вся сиддханта, она преисполнит меня. И вот Шрута Панта должна, ей должна быть, должен быть дан приоритет Шрута Панта, и игнорируя Шрута Панту, Упаманию сказал, что невозможно для вас достичь самосознания. Нельзя достичь дивья-гьяны. И вот наш Кришнадас Кавираж Госвами, если будете изучать Чайтанья Чайтамриту, то можно там найти такие слова. И вот там нельзя найти ни единого случая, когда Кришнадас Кавираж Госвами как-то пренебрег наставлениями своего гуру. Он, его самопредание было полностью на 100% на каждом шагу. Он хотел, он выражал почтение Вриндавана Дас Такуру. Prasadam kept by Vrindavan Das Thakur Mahasaya. I am chewing, I am taking the uchishta left by Vrindavan Das Thakur Mahasaya. И вот я принимаю остатки пищи буквально Vrindavan Das Thakur Mahasaya, и по милости Вьясадева я написал всю эту сиддханту. Кришнадас Кавираж Госвами пишет. Он настолько смирен. Вчера я написал, что самопредание
и благодарность, смирение и благодарность, они пропорциональны, они связаны друг с другом. Очень, очень важное качество. Предание, самопредание есть. Тринадапи нету, это невозможно. И благодарности, если нету, то такое не может быть такого. Я говорю вот такие математические формулы, люблю математику. И вот могу так что-то математически доказать. И вот. Жизнь очень коротка. Если кто-то хочет быть обманут, то это его дело. И вот вчера я написал, что самопредание Анугати и благодарность, они пропорциональны, они соразмерны друг другу. Если у кого-то нет никакой благодарности, наш Гурварга так много сделал для вас, буквально дали вам новую жизнь. И вот если кто-то очень неблагодарен за те вещи, которые для него сделали, ну это признак нехорошего человека. И вот нечто очень важное. Вайшнава дхарма значит благодарность, смирение. Мы должны быть благодарны нашему гуру, а гуру очень благодарен своему гуру и так далее. Это такая взаимная благодарность. Я никогда не слышал, чтобы Гурупад Падма говорил какие-то неуважительные слова. Я никогда такого не слышал, он никогда никого не оскорблял. Шридхар Махарадж также. Кешава Госвами Махарадж, может, говорил как-то, но о гуру вайшнавах он не говорил, он просто говорил как, ну, какую-то жесткую речь в адрес каких-то демонов, а в адрес гуру и вайшнавах он никогда не говорил. Вам он, Госвами Махарадж, всегда молчал. Если он видел, что кто-то оскорбляет гуру вайшнавах, он молчал и не смотрел, и никогда не разговаривал с такими людьми. И вот Вриндаван Дас Тхакур Махашой никогда не шел ни на какие компромиссы. Ни с кем. Шрила Прабхупад пишет о Вриндаван Дас Тхакур Махашой в предисловии к Шри Чайтанья Бхагавате. Вриндаван Дас Тхакур Махашой никогда не шел ни на какие компромиссы ни с кем в обществе. Они хотели оскорбить Вриндаван Дас Тхакур Махашой, Нарайани Деви,
мать Вриндавана Дастакура хотели оскорбить. Ну, он родился там как-то, как сказать, незаконно, скажем так. И вот и поэтому припоминали все, кому не лень. И вот эти смарты хотели выгнать его с общества, потому что он был очень строг относительно Сиддханты и не шел ни на какие компромиссы. И вот по милости Нитянанды Прабху и по указанию Нитянанды Прабху Вриндаван Дастакур Махарадж и начал писать о Гаура-лиле. Нитянанда Прабху, он и вот сейчас я буду обсуждать очень важную тему. Обычно никто не говорит об этом. И вот если Кришнадас Кивираж Госвами, Кришнадас Кивираж Госвами, он находится в... Он следует Вриндава Дастакур Махашу. Почему разницу мы видим? Вриндава Дастакур описал вот лилу того, как Данда Махапрабху сломалась в Чандабаге, а тот написал, что это здесь было. И кто же прав? Где эту Данду сломали? Здесь или там? Если бы он следовал ему полностью, то было бы все одинаково. Почему какое-то различие в их жизнеописании Махапрабху и даже географически какие-то лилы в разных местах происходят? Почему в Чайтанья Бхагавате говорится, что Саньяса Данда и вот Кришнадас Кивираж Госвами пишет, Каши Дам Варанаси. И вот он пишет, что Гауранга Махапрабху хотел спрятаться в храме Рамачандрапури. Но Кришнадас Кивираж Госвами пишет то, что Махапрабху был там в доме Чандрашекарачарьи и принимал просад в доме Тапан Мишры. И такие факты. И вот тогда наш Бхактинанда Тхакур и Шрила Прабхупада, наша Гурварга, дали нам такую сиддханту. Я могу взять вас во Вриндаван и показать там два места, где это Вастахаранлила произошла. Одна после Бихарвана, другая около Калиадахи. И вот почему так? И вот наш Гурварга дает такую сиддханту, что Вриндаван вечно присутствует. Навадхидхама тоже вечно. Гауранга Махапрабху, его санкалпа, различные калпа. Может, это калпа. В эту калпу это Данда сломалась здесь река Чандабага, а в другую калпу, в другое время, лила как бы вечна,
Поэтому в одно время может сломаться в одном месте Сиддханта, в другое время в другом. Поэтому это отношение к Сиддханте не относится. Вридаван дас Такур созерцает Нитья-лилу Гуранги в соответствии со своим даршаном. Вот это все описывает и записывает. И наша Гурвага говорит, что это калпа. В эту калпу Данда сломалась в одном месте. И он увидел это и описал. А Кришнадаска Раджа с вами мог увидеть, созерцая Лилу Махапрабху в другом месте. И тут Сиддханта у них совершенно, может, какие-то географические описания отличаются, но суть они не меняют. И вот Вридаван дас Такур Махарши, он описывает очень научно. Шрила Прабхупада написал в предисловии, что Вридаван дас Такур Махарши пишет настолько научно, настолько прекрасно Сиддханта. И это было очень восхитительно. И Вридаван дас Такур Махарши, он хотел оставить какую-то часть читания лилы, поскольку Вриндаван дас Такур Махарши понял, он осознал, что Кришнадас Кавираж Госвами придет, он закончит то, что я не писал. И вот антим лила Гуранги Махапрабху, она была описана Кришнадас Кавираж Госвами. И все другие лилы относительно Нитьянанда лилы, Гора лилы, они все описаны Вриндаван дас Такур Махарши. Вриндаван дас Такур Махарши выразил такое настроение, что эта книга, она примет большую форму, ну, станет очень толстой, и поэтому прекращаю писать здесь. А остаток лилы, какой-то махаджан явится и опишет то, что осталось, как, например, некоторые говорят, что Мадхвачарья что-то там не так сказал. Мадхвачарья, смотрите, он посланник Бхагавана, чтобы совершить служение до какого-то определенного уровня, потом другой махаджан явится и продолжит с того момента. Это правильно, нельзя сказать, что это неправильно, как Рамануджачарья, Мадхвачарья, все они посланники Верховного Господа. Они посланы самим Бхагаваном. Если вы не можете гармонизировать их действия, действия гуру и вайшнавов, то тогда это может стать причиной вашего падения. И преданные никогда не совершают никаких ошибок. Вридаван дас Такур Махарши, он изначальный кави, изначальный поэт особо. Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупад. И вот Шрила Прабхупад говорит, что он особый этот, он поэт. Он начал немного новый стиль, поскольку поток мыслей, какое-то выражение стихов и прочее как-то меняется со временем. И вот он в стиле сахити писал, а потом как-то это все немножко поменялось. И вот мы вечно благодарны лотосным стопам Вриндавана дас Такур Махарши. Он олицетворение Вьясадевы. Никто не может обрести милость, игнорируя его. И мы молимся, чтобы следовать его пути, его наставлениям. И мы молимся в лотосным стопам. Repeatedly you can express this word. Repeatedly you should make a clipping. It is the instruction of Vyasadeva. Repeatedly. I know they are blind.
И вот наставление Вьясадевы в том, что мы должны проповедовать, чтобы даровать людям бхакти, а не чтобы они для не с какими-то корыстными целями. И тогда, ну, в смысле, если мы проповедуем с какими-то корыстными мотивами, ради дешевой славы, денег, почести и еще чего-то, то есть такие люди попадают только в адские миры, если они дурят людей под именем проповеди.